Джида Савати. Итак, в категории «Юнона открытая лига» Табла Соло на шестом месте Мамот Валерия. Пятое место Егиазарова Валерия. Валерия Егиазарова. Валерия Егиазарова. Четвертое место Годунова Екатерина. Бронзовый призер соревнований Грани Кульяна. Школа танца Татьяны Субботиной. Серебряный призер Мерзлякова Анастасия. Школа танца Татьяны Субботиной. Первое место Коновалова Диана. Эмираль Политопов. Руководитель Татьяна Тарасова. Браво, 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 Дианочка. Молодец, это было здорово. Ты очень-очень красиво танцевала. Очень здорово выступила. Ты молодец, браво. Юниор открытая лига стрит-шар. Второе место. Плакотник Эльвира. Первое место. Варнава Надежда. Наденька, ты где? Надюша Варнава, раз. Надюша Варнава, два. Надюша Варнава, три. Кто хочет быть сейчас Надюшей Варнавой? Я шучу. Так, ну хорошо. Нашли представителя вот Надюши. Юниор открытая лига шоу. Второе место. Плакотник Эльвира. Первое место. Макиева София. Академия танца Запорожье. Руководитель Ирина Воскресенская. Макиева. Макиева София. Макиева София, раз. Макиева София, два. Группы возрастные, взрослые, Ракс Эльшарки. Второе место группа Файмарис. В программе Ракс Эльшарки Файмарис на втором месте. А на первом месте Горем Ханцая, Запорожье. Руководитель Валерия Маркова. Юнала